пансионат «Почтенный возраст» находится в Череповецком районе Мяксинского поселения, деревни Музга. Значит, пансионат функционирует уже практически год, то есть мы открылись официально 16 января 2017 года. В настоящее время проживает 10 человек, значит, в основном проживают это жители Череповецкого района, значит, которые к нам приехали как для смены обстановки, то есть которые живут совершенно самостоятельной жизнью. Также есть пожилые люди, которые требуются уход частично, есть, которые требуются 100% ухода. Вообще я из Челябинска. Из Челябинска? Да. А сюда я приехала из Москвы. С условия, друзья, я скажу, отменные. Персонал очень вежливый. Питание отличное. Готовят вкусно, добросовестно. В пансионате мне так нравится. Работники здесь хорошие. Нет, не скажешь. Приветливые. Все стараются, помогают, делают. Я очень рада, что здесь оказалась. Иногда повезу немного, почитаю. Так, погулять. Я одна тут, все только одна и гуляю. Для тех пожилых людей, которым требуется уход и требуется специально оборудованные, например, кровати специализированные, то есть для этого все имеется, то есть противопролежневые системы, прикроватные столики, если это необходимо, значит, которые не смогут посещать, например, столовую непосредственно зону питания в нашем пансионате, то, конечно, вся доставка еды, питания приносится в комнату и на прикроватном столике, либо они могут кушать самостоятельно, либо наши работники, они докармливают, как говорится, с ложечки. Также у нас оборудовано есть все кресла-каталки, то есть также есть у нас ходунки, трости, то есть родственники, которые есть, приезжают к нам, значит, привозят это самостоятельно. Есть, значит, пожилые люди, которым говорим, что нет необходимости привозить это самостоятельно, то есть у нас пансионат всем этим оснащен. Что сделать?